Всемирная поддержка микро- и малого бизнеса. Такую задачу поставил в послании глава государства. И уже даны конкретные поручения правительству, которые должны быть исполнены в кратчайшие сроки. Местное бизнес-сообщество восприняло с воодушевлением такое внимание. Бизнес благодаря поддержке государства год от года набирает обороты, и в сельской местности в том числе. Важно его и дальше поддержать. В послании президента предусмотрен целый комплекс мер в этом направлении. Освобождение от уплаты налога на доход, мораторий на проверки. Поручаю правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на 3 года. Соответствующие поправки законодательства должны вступить в силу с 2020 года. Освобождение малого бизнеса от налога, по мнению экспертов, воздастся сторицей. Это должно дать новый импульс развитию предпринимательства. Откроются новые объекты, возрастет производство товаров и услуг, появятся новые рабочие места. Со времени того, как вот этот вопрос поднимался, Атамекен занял свою позицию, что не нужно заставлять дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса, и что нужно вот эту законодательную норму широкое обсуждение сделать с привлечением предпринимателей, ассоциаций и независимых экспертов. Вот сегодня в послании Касым-Жомарт Кемелұлы сказал, что внедрение этих 5% пенсионных взносов отсрочить до 2023 года. Это было воспринято бизнес-сообществом очень позитивно. Бизнес-сообщество с благодарностью восприняло и решение главы государства отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. В послании было указано о том, что выделение 250 миллиардов тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса», открытость государственных закупок, и с 2020 года это в течение 3 лет запрет на проверку микро- и малого бизнеса. В целом все вот, поручения правительству, вытекающие из послания, это все даст толчок для развития бизнеса. Это будет, скажем так, открытие новых рабочих мест, новых производств и улучшение качества продукции, конкурентоспособность наших предпринимателей. И еще парламенту и правительству поручено выработать дополнительные меры законодательного характера для защиты интересов малого и среднего бизнеса. Кристина Алмаз, Кызы Ахан Алиев, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.